Всем, кто безумно любит розыгрыши «Пламенный салют». В общем, сегодня я расскажу, что нужно сделать, чтобы выиграть 3000 рублей. По многочисленным просьбам, так скажем, вас, как я вас и просил, вы оставили свое мнение. Мы выберем трех победителей. Каждый из них получит по 1000 рублей. Соответственно, сделаем все теперь по-человечески. Так как в предыдущем ролике все не совсем понятно было, в том плане, что если человек выигрывает за границей, там 2000 разыгрывал, если он из ассортимента, естественно, заказывает, то неувязочка получается с доставкой, потому что она очень дорогая. Теперь мы сделаем по-другому. Я просто разыграю 3000 рублей. Три участника, три места. Каждый получает по 1000. Все, что нужно будет сделать, это просто скинуть свой номер карты, если ты победил. Денежка через 5 секунд уже у тебя. В общем-то, вот так вот. Дальше что? По поводу условий. Данный видеоролик вот с таким замечательным мелком. Громадным просто мелком. На него нужно поставить лайк для участия. Обязательно написать свой комментарий. Ну и, соответственно, чем больше комментариев, тем у нас будет и больше шансов, точнее у вас, для победы. Потому что мы все разыграем в прямом эфире, также по-человечески, чтобы не было людей никаких вопросов, а что, а как, а почему именно этот человек и так далее. Вот так вот. Дальше, что у нас еще? Так, из условий. И как только видеоролик наберет 3000 лайков, на канале почти 3000 человек, и я разыгрываю 3000, и 3000 лайков, я думаю, не так много прошу для того, чтобы разыграть эту денежку. И получается, как только 3000 на данном видеоролике набирается, я сразу же для вас разыгрываю эту денежку. Все, что нужно сделать, это быть подписанным на канал, оставить свой комментарий и, соответственно, лайкнуть данный видеоролик. Вот. В общем-то, это все условия. По желанию также можете по ссылочке в описании подписаться на меня в Инстаграме, на аккаунт Мелового в Инстаграме. Но это уже если есть у вас желание посмотреть, как я что живу. Также на в Инстаграм аккаунте я буду всегда выкладывать небольшие релизы перед выходом самого видеоролика. Там будут, получаться, также отрывки из данного ролика. Это у нас сорт тюменский. Ты все еще здесь? Я думал, ты уже убежал лайкать, комментировать, подписываться. Всем спасибо за просмотр.